それでも前に進むの振り返らずに We gotta go С вами Фанникарти, и сегодня у нас на канале будет обзор товара с Алиэкспресса, и на сей раз у нас я думаю, вы даже знаете не что это, а кто это персонаж авианосец Кага из игры, а также из аниме сериала Лазурный путь. Вот так вот она выглядит уже в собранном полностью виде. Но, думаю, в коробке ее будет неудобно рассматривать, поэтому мы ее сейчас аккуратненько достанем, так же, как мы ее туда и ставили аккуратненько. Сейчас мы это дело попробуем поднять аккуратненько. Вот так вот. Коробку чуть-чуть, наверное, отставим куда-нибудь вот сюда, вот на задний план. И повернем вот так вот фигурку. Сама фигурка, конечно, близка к оригиналу, как и по качеству принта, и по всему, но вот, конечно, отличается эта сборка сама. Потому что есть некоторые места стыка, вот такие вот. Это к посадочной полосе. Ну и сам стык хвоста к туловищу. Потому что, как я читал в отзывах, были проблемы как раз именно в этих двух местах. И они решали или наждачкой там с напильниками, или с помощью бормашинки. Ну, бормашинки у меня не было, поэтому довольствовался вторым. Фигурка стоит на Алиэкспрессе на момент моего заказа 2400. Ссылку я, конечно, оставлю в описании. Модель. Фигурка, то есть, будет правильнее сказать. Но она тоже модель, ну, чем не модель, она красивая. Фигурка выпускается фирмой Котобуки. Конечно, я много читал про эту фирму. Конечно, я так и не понял, кто оригинальный производитель Китая и Японии, но не в этом суть. Там главное, что вот, перед нами Кага в очень хорошем исполнении. Да, кое-где есть небольшие огрехи в покраске, но это как со временем как эксплуатировалось, на таможне неправильно растамаживалось. Да и вообще посылка прибыла в очень интересном виде. То есть то, что коробку я сейчас достал, она даже в таком виде не была абсолютно. Коробка была полностью разобрана, но не в этом суть. Перейдем немножечко к цифрам. Фигурка эта стоит, как я уже говорил, 2400, но на момент моего заказа. Вообще, вот получается, оригинальная фигурка с Японии будет стоить 10, а то и больше тысяч. Поэтому, если вы располагаете такими деньгами, какими я сейчас назвал, то можете заказать оригинал и получить намного лучше, ну, по крайней мере, стыковка 9 хвостов. Ну, в общем, вот такой небольшой обзорчик у нас на такую фигурку получился. Как я уже говорил, ссылочку я оставляю в описании. Ну, если вот так у тебя покручу, будет нормально видно, надеюсь.
не будет видно кое-чего нижнего. Не, вы не бойтесь, она одетая. Просто я боюсь, что YouTube может заблокировать это видео. Вы же знаете этот сайт. Ну, в принципе, качество покраски очень, это, меня радует, по крайней мере. Когда я заказывал свою первую фигурку Холо, она стоила где-то 1200. Но, так, это первая версия выпуска, там тоже есть свои огрехи, тоже плохая стыковка, но там была плохая стыковка с подставкой. Но здесь она вот просто, он встала и все, и стоит. Ну, в общем, вот так выглядит коробка, все, ну, она очень громадная посылка, поэтому ее вот так вот взяли и немножечко скомпоновали. И да, кстати, совсем кое-что забыл сказать. Это как, ну не знаю, важная вещь или неважная вещь будет. Шло еще в комплекте в целлофановом пакетике запасное лицо. Я сейчас даже видео обрезать не буду. Давайте попробуем его поменять. Я надеюсь, ничего такого не произойдет. Оно легко снялся парик. Поэтому также должен легко сняться лицо. Должно. Но как бы не обязано. Но мы попробуем. В общем, видео немножко оборвалось из-за недостатка памяти. Пришлось немножко ее почистить. Но мы зато поменяли лицо, так сказать, сделали своего рода такой снапчат или хирургическую пластику. Что ты сказал? Ну да ладно. В общем, лицо стало выглядеть намного лучше. Так, получается, предыдущее лицо оно было как ярко выраженное, такое вот. А сейчас более такое, как спокойное. И ну, просто не могу вам его не показать. Просто посмотрите на это. Мне кажется, с таким лицом она стала даже намного лучше выглядеть. Ну, на таком, считаю, счастливом личике, как бы вот так вот сделать, она смотрит, ну, надеюсь, она смотрит в камеру. И на вас тоже, моих любимых подписчиков. Ну, всем спасибо за просмотр моего видеообзора, вот такой интересной фигурки. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также я есть и ВКонтакте, и у меня есть своя собственная группа. Туда тоже вступайте, буду вам рад.「我々の運命を切り開くのは」